Всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Это моя стандартная локация, где я начинаю свои видео. Поедемте с нами по делам. Вот. Чем-то интересненькое поснимаю. В общем, поехали. Вот это тут. Если убрать ветер, то все даже очень красиво. Идет. Вот там вот кайф, да? Вот это получается. На каком этаже? Ой, там на третьем? Я не знаю, какой-то вид. Плакатик Шанель. Это прям фонарики, они зажигают, посмотрите? Я думаю, что да. Да? Это что за магазин? Ла-Рупьяна? Ла-Рупьяна. Слушай, мы с деревни, я только Диор знаю. Я вообще ничего не знаю. А что ты поворачиваешься? Не надо поворачиваться. Смотри. Что не смотри? Не надо, не поворачивай. Вовремя ты зевнул. Ну что, обратно пойдем? А что, тут больше некуда идти? Ну я не знаю, прямо. А подружка где? Охотный ряд был лучше от нее. Да? А тут рядом поблизости не нет? Диор. А вы только ничего не видно. Пошли. Тяжку какой-то. Ну не знаю, о чем он сидит. Это же Ленин. Ой, какая прелесть. Да. Что там? Привет. Ну, так. Красиво. Все-таки. Ладно, на Павелецкую. Да, ну, или... А, да, на Павелецкую. Не, мы на другую, ты чё? МГУ, ботанический сад, а это какой-то другой ботанический. Растилочный фестиваль. А, не знаю. Пойдем дальше. Лёш, что это такое? Не знаю, нет, это не говорит. Это как КП называется? Япоша? Япоша. Япоша. Ну и пусть желтый. Так, ты пока снимаешь, я с мамой поговорю, ты не против? Нет, не против. Большой театр. Пойдем к фонтанчику напротив большого театра. Я дошла до подружки наконец-таки. На самом деле мне нужен был лак для волос, да. И также я взяла одну новинку попробовать, на которую очень хорошие отзывы были. Вот. Далее ему год. Давайте приступим, покажу все то, что взяла. Во-первых, взяла от... У меня просто окно открыто, девчонки, извиняюсь за посторонний шум. Если я закрою, я задохнусь. Lady Pink Accessorizes Professional Education Corporation. Вот такая шапочка, фольгированная шапочка для волос. Еще и мне понравилось, что она с вот таким вот чехлом. Сейчас, секунду. 125 рублей она стоит. Ну да. Короче, вот такие шапочки на самом деле очень хорошо держат тепло.
И если она годная, то это очень крутая цена. Хотя она очень-очень тоненькая, слушайте. Прям тонюсенькая-тонюсенькая. Ну ладно. Посмотрим, что да как буду хранить после высыхания вот в этом же чехле. Дальше. Взяла я лак для волос от Кинзука. У меня термозащитное масло от Кинзука очень достойное. А это у нас с вами спрей. Вот такой вот Hair Spray лак. Кстати, мне интересно, что он по запаху. Потому что отдушки бывают очень яркие. Ну, еле-еле уловимая отдушка. Обычный лак для волос. Почему-то у меня лаком от Прелесть пахнет. Ай, ну ладно. И это самая максимальная фиксация. Дальше. Взяла вот такое вот мыло. Попробовать. Это аюрведическое очищающее мыло для кожи с натуральным аюрведическим маслом. Блин. Ё-моё. Сейчас, подождите, попробую. А, вот все. И оно очень приятно пахнет. Я его для кожи лица хочу испробовать. Попробовать, что да как. От Хималай. И звезда. Звезда. Из-за чего я, в принципе, и поехала. Я очень хотела попробовать вот этот вот, вот эту новинку от Глискур. Совершенство блонд оттенков против желтизны восстановления волос для всех оттенков блонд. Вот такой шампунь. Что у нас по оттенку? Ага, фиолетовый он. А, по отдушке. Очень еле уловимая такая апельсиново-манговая отдушка, как сок. Вот что-то вот такое напоминает. Объем у нас тут 360 мл и стоит 300 рублей. И такая же точно фиолетовая маска. Против желтизны восстановления. Ну-ка. Она у нас не такая прям фиолетовая. И отдушка точно такая же. Так вот, девчонки, буду пробовать все тестировать. Обязательно вам расскажу. Ну, а мы с вами пойдем делать уход за волосами. Будем делать скраб для волос. Все вам обязательно покажу. По поводу ухода. Перед мытьем, извиняюсь за вот такие баночки, но просто они действительно используются. Перед мытьем волос раз в неделю, даже бывает два раза в неделю, смотря какая запущенность качества моих волос. Но как бы сейчас все более-менее хорошо, потому что уход хороший силиконовый. У меня сейчас L'Oréal и Revlon. Вот, плюс еще я состригла кончики, которые были. Ой, что-то какой-то волосик, подождите, чтобы упаковочка была нормальная, красивая. Вот, и как бы более-менее нормальное качество. Мне очень нравится вот это вот средство из Ашана, натуральная манго и кокос от Флоресан. Это, наверное, единственная баночка, которая мне очень сильно нравится в плане восстановления. Делаю за 15-20 минут до мытья волос, очень классный эффект дает. И вот это масло Ши Карите. Если есть фикси, возьмите, попробуйте для волос. Пахнет шоколадкой, ну, блин, суперская вещь. Я вам уже показывала крутой бюджетной косметики, но мало ли кто-то не посмотрел. Вот, вот эти два продукта в качестве маслянистых обертываний, масляных, точнее, очень-очень крутая штука. Так что я буду делать сейчас манго и кокос, вот этот флоресан. Нанесу на 20 минут, затем мы с вами начнем делать скраб для кожи головы. Кстати говоря, когда делаешь скраб и масляное обертывание перед скрабом, то потом он очень хорошо смывается с волос. Знаю, что многих раздражает вот эта вот стенка, она меня саму, если честно, раздражает. Вот эта вот часть я бы перекрасила, но, блин, я не хочу заморачиваться с вот этими всеми делами. У меня масли, как я и сказала ранее, волосы. Окно открыто. Так, дальше что мы делаем? Прошло 15 минут, и теперь что я делаю? Я беру скраб от Faberlic, артикул 7733, и вот так вот по пробору, иногда можно вот так сделать, я по-разному делаю, такая у него текстура, как у скраба с абрикосовыми косточками от чистой линии. Вообще можно не заморачиваться и вот так вот сделать. Я это делаю именно по такому способу, мне так больше нравится. Вот так вот. Ну, его абсолютно немного нужно. Это я уже многовато, потому что я давно не делала. Так. Вообще, по-хорошему, раз в неделю нужно делать скраб для кожи головы.
И будет вам счастье. Вот так берем. А вот не помню, нужно его оставлять или не нужно. А сзади я просто на пальчики и прям пальчики в корень. Вот так вот. Ой, какой кайф. Так, ля-ля-ля. Можно ли его оставлять? Сейчас посмотрим. И 5 минут можно умыться. Вот так. Хорошо прям массируем. Вот так вот. Кайф какой, господи. Вот так. Ну и балдеж. Вот так вот прям. Ну тут частичек не сильно много. Так в основном кремовая основа, но они есть. И они не агрессивные, они такие гладкие. И поэтому массажировать прям вот одно удовольствие. Вот так вот делаем, делаем, делаем. И затем по-хорошему, если вы делаете скраб для кожи головы, то нужно глубокой очистки шампунь. Но, так как я делала масло, я глубокой очистки шампунь использовать не буду, потому что он мне смоет весь мой эффект от масла. А буду использовать свой стандартный уход силиконовый. L'Oréal. Сейчас покажу какой. Сейчас, секунду. Вот и этот. Для поврежденных волос. Все. Оставляем на 3-5 минут. А я за это время буду умываться. Так, сейчас на лицо буду наносить, помыла я голову, смыла я умывание свое. В общем, нанесла маску вот эту вот от L'Oréal Expert. Посмотрите, сколько у меня ее осталось. Ну вот, вот так я ее израсходовала. Очень экономичный у нее расход. И на лицо сейчас нанесу маску от Arline, балансирующую. Есть вот такая кисточка. Так, да, она вроде балансирующая. Балансинг маска. И хотела с вами поговорить, и в принципе на этом блог свой закончу. Поговорить о чем? Когда я выставила видео с информацией, то, что мы поругались из-за бытовухи, многие девчонки написали, что у них точно такая же ситуация с мужьями. Вот, многие мне написали, что нужно типа терпеть, еще что-то, их не переделаешь, или иначе останешься одна. Девчонки, я вам хочу сказать так, я не боюсь одиночества. Вообще нет. Чтобы вы понимали, я была одна, не в серьезных отношениях, с 2016 года до 2020. То есть 4 года я спокойно существовала одна. И меня это никак не смущало. У меня было достаточное количество внимания со стороны мужского пола. То есть я ходила на свидания. Ну, в общем, не нуждалась, так скажем, в каких-то там отношениях. Да мне они, в принципе, и не нужны были. С Лешей так получилось. И на самом-то деле, если брать в рассмотрении те мои предыдущие отношения 16 года, то там не то чтобы все то же самое было, нет. Там, во-первых, не то чтобы меня уважали в плане труда, просто я тогда, больше, наверное, забивала на это все. Сейчас я больше акцентирую на этом внимание, и поэтому может быть такой исход, итог.
Да, а по поводу терпеть, девчонки, я не собираюсь терпеть. Почему должна терпеть? Вот появятся дети, как мне написали, появятся дети, и ты типа это, еще и за детьми будешь ухаживать. Вы знаете, вот перспектива такая себе лично для меня. Это, опять же, лично мое мнение. Девчонки, можете об этом. Можете не согласиться с ним, но все-таки, ну какое, блин, ну как? Как, блин? То есть моя участь, у тебя такая доля убираться за всеми, еще что-то. У меня доля быть счастливым человеком и делать максимально для этого все. Вот все, чтобы стать счастливым, чтобы жить в кайф. Блин, ну если... Ну как? Я буду своего ребенка, когда он у меня появится, и дай бог он у меня появится, вот, я своего ребенка буду с мальства приучать, что нужно все вещи класть на место. И никаких проблем не будет. Неважно, мальчик это, девочка ли это, я буду делать именно так. Вот, даже больше, хочу сказать, спрос с парня будет намного больше. Почему? Потому что каждый человек должен уметь за собой ухаживать. Лёша, я не говорю, что Лёша плохой. Лёша во многих планах очень классный. Вот есть у нас один момент, это бытовуха и притирки. И как мне написали, вот добро пожаловать в семейную жизнь. Ну, знаете, когда вы пишете, что у вас мужья такие, это одно дело. Но он-то мне не муж. У вас есть статус, а у меня этого статуса нет. Я просто девушка его. И это уже немножечко другая история, как мне кажется. Когда ты жена, уже у тебя другие правила в семье, вы семья, а мы не семья. Ну, как бы, да, мы формально себя так называем, но документально мы не семья. И, соответственно, это еще больше доказывает то, что я ему ничего не должна. Вообще ни один человек никому ничего не должен. Я просила несколько раз. Дезодорант. Вот у нас тут полочка, вот тут у нас стоят дезодоранты. Тут сюда и нужно класть. Ты вышел с душа, воспользовался, положил. Почему он стоит на туалетном столике? Вопрос, такой вопрос. Я думаю, это мудрость женщины, типа, как-то с подходом. Зачем? Мне вот заморочки лично, лишние не нужны, прям мудрость, еще что-то. Для меня самое главное комфорт свой. Вот. А вот эта вот мудрость, еще что? Какая мудрость вообще? Вы о чем? Если я буду так заморачиваться, мудрость, хитрить, юлить, стараться его перевоспитывать, ну, я же ему не мама родная перевоспитывать. Я прошу раз, прошу два. Если человек не выполняет то, что я его прошу нормально, не ругаясь, соответственно, ему пофигу, как мне кажется, ему пофигу, и он может делать абсолютно все, что угодно. Как он привык. Когда ты работаешь над отношениями, я же тоже капец какая эмоциональная, и у нас могли быть стычки вот прям на ровном месте. Вот так вот я зажигаюсь и все. Я могу выплеснуть эмоции, Леша более спокойный, я эмоциональный. Соответственно, мне нужны эти эмоции выплескивать. А ему нет, он считает, что что-то вот, блин, я типа, ну, задолбала то, что я пипец какая эмоциональная. Так я себя же контролирую, я стараюсь над собой работать, я стараюсь не кричать, я стараюсь спокойно говорить. И когда он говорит, Ален, покажи мне спокойно, я беру и говорю спокойно. У меня не было никогда такого, что я, а, там, если меня попросили нормально, я раз попросила, пожалуйста, вот это вот так. Хорошо, Ален. Та-дин, не так. То есть, ну, все опять же по-новому, на круги своя. Возвращается, как и было у него до того момента, как я его попросила. И еще, типа, я думаю, что Леша уважает Аленин труд, просто он расслабился, пока был один. А вот эта вот тема по поводу того, что я его на месяц одного оставляю, во-первых, он работает. Он работает с одним выходным в неделю. Ну, то, соответственно, он приезжает вечером, и ну, мы видимся там, условно, час утром, час вечером. Второй момент. У меня моменты, что у меня моменты. У меня есть обязательства, почему я езжу в Волгоград. Как только эти обязательства в плане сдачи анализов, еще что-то, у меня может быть операция в конце концов, это мое здоровье, почему я должна сидеть возле него и охранять его? Кого охранять? Он взрослый человек, он прекрасно это понимает. И то, что ну вот вы в молодом возрасте оставляете его одного, я ни за кого никогда не держалась, честно. И что там еще было по поводу? Да, вот то, что как только снимутся вот эти вот обязанности мои, что мне нужно ехать, я с удовольствием останусь здесь и на полгода, раз в полгода буду ездить домой. И что еще хотела сказать, блин, что у меня там? Я много всего читаю. А, он уважает Ленин труд, просто он был один расслабился. Ну, как бы он знал, когда я приеду.
И хотя бы за 3 дня, за день можно было просто поставить все на свои места. Я не говорю про полы, хотя полы были чистые на минуточку, не так все и плохо. Я не говорю про полы, я говорю про просто вещи на свои места. Это элементарно. После мытья посуды чистая раковина, без остатков пищи. Я говорю про вот эти вот элементарные вещи. Чистый холодильник, чистая, ну, по максимуму, как возможно, чистая плита. Чистый вот этот вот возле плиты, как он называется, столешница. Чистый стол без крошек. Все. У меня настолько все минимально. Я сама, вот честно вам хочу сказать, я сама, возможно, в каких-то моментах свинья. Вот возможно. Жил бы он с моей мамой, она вот просто, он бы обалдел. У меня мама настолько вот так вот. И то я с ней разговаривала, говорю, мам, ты в плане чистоты, вот, the best of the best. Мы с бабушкой, ну, такое себе. То есть, ну, как бы мы многое, ко многому относимся проще. И я отношусь проще по максимуму. Сейчас вообще проще отношусь после того, как мы поговорили. И это, опять же, до последнего момента, когда человек забьет большой... Вы понимаете. Но я надеюсь, он его не забьет, а так, в принципе... Ну, вот знаете, что меня прям вот убило? Вот честно убило. Это то, что... Это наша женская доля. Я не феминистка, ни грамочки. Но если, блин, моя женская доля за всеми подтирать жопу, извините, и это моя женская доля, я не хочу никому подтирать жопу. Мне легче тогда жить одной. Зачем? Сначала появится муж, маленький ребенок, еще маленькие дети, не один. И что, я всю жизнь буду просто... Я, наверное, к 40 годам буду уже думать о том, как бы купить себе 2 на 2 и лечь, и обрести спокойствие. Я так не хочу. Отношения – это 2 человека. Не должен один проявлять женскую мудрость, а другой, ну вот такой вот он мужчина, вот такой вот он. Принимайте меня таким, какой есть. Да нифига тогда и меня принимают такая, какая я есть. Почему такая несправедливость? Должно быть равенство. Раз у нас равенство, мы, женщины, работаем, мы ведем быт, у нас есть свои обязательства, мы также работаем, хотя работать – это обязанность мужчины. Тогда будь добр, если у нас обязанность у обоих работать, то будь добр, и у обоих должна быть уборка. По поводу того, что все вместе с ним делать, опять же, возвращаясь к теме, один выходной. Девчонки, неужели я буду сидеть 6 дней, ждать, пока он будет выходной, чтобы с ним, например, блин, закупить продукты или там приготовить еду? А 6 дней что я буду эти делать? Жить в грязи или там не стирать, не гладить? Да ну это бред полнейший. Просто я говорю о том, что чуть-чуть уважать мой труд. Не чуть-чуть, а уважать мой труд. Почему чуть-чуть? Уважать мой труд и класть все вещи на место. Не кидать на диван после того, как ты разделся, пришел, кинул на диван. А для чего мы взяли вот эту вот из Икеи вешалку? Чтобы на вешалку и повесить, чтобы потом не выходить на улицу с футболкой, как из шубы, простите. Все мято, потому что ее, ну, кинул. А она вот приняла ту форму, потому что хлопковые футболки, они всегда принимают вот такую вот форму. Ну вот как-то так, девчонки, вот такое мое мнение. Так что женщины, они никому ничего не обязаны, так же, как и мужчины. Если вы уже в отношениях, если вы друг друга не уважаете, то есть мужчина говорит, это у тебя в крови убираться, там еще что-то, пусть идет лесом вообще. Если у вас в крови убираться, вы будете убирать только за собой. При этом вы такая же независимая, ничего. Вот такое мое мнение. Все, на этом вложек буду заканчивать. Я сейчас пока вот эти вот все свои процедуры закончу. Будет следующий влог, мотивация на уборку. Будем с вами убирать, там, менять постель, еще что-то. Ну, в общем, такая вот, я решила снять мотивационный ролик уборка-влог. Обязательно дождите следующего видео. По крайней мере, в моей голове это смотрится очень даже неплохо. У нас тут и ванна, общее пользование будем мыть, все флакончики, все буду перебирать. А бытовую химию сложу всю, чтобы, потому что у меня там в коробке от Фаберлик лежит еще половина. Вот, так что вот такие планы. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотрите их первыми. Также в Инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока.